В Челябинске полицейские задержали молодого водителя, который сбил на тротуаре женщину и скрылся с места ДТП. Парень признал на камеру свою вину и рассказал, как все было. Вышли, увидели, испугались, уехали. Так объяснил свои действия 20-летний нарушитель, который днем ранее сбил на тротуаре 30-летнюю женщину и скрылся с места ДТП. По данным ГИБДД, все произошло в 10 часу вечера на улице Чайковского. Задержанный находился за рулем Nissan Almera, когда вылетел на тротуар и сбил девушку. Мы ехали домой на машине. При повороте налево на педаль тормоза занесло машину. Мы ехали в автомат с водой и сбили девушку. Вину свою признали. Известно, что после инцидента медики забрали пострадавшую в больницу, а полицейские приступили к поискам виновника ДТП. И вот нарушитель найден. В отношении него уже возбудили 2 административных производства. За оставление места ДТП суд арестовал молодого человека на 10 суток. Кстати, прав у него никогда не было.